У нас есть воплощение видения, предназначенное исключительно для молодежи. Пожалуйста, помните, что для процветания нашему обществу необходимо видение. Наша нация нуждается в видении. И организация нуждается в видении. И индивидуально человеку нужно видение. Без видения нет направления. Без видения нет судьбы. И я хочу, чтобы каждый из вас очень серьезно отнесся к этому молодежному курсу «Воплощай». Потому что Шри Притаджи действительно ведет вас через мистический процесс, процесс, который может пробудить ваше сознание к видению, к великолепному видению. Это открывает скрытые двери в вашем сознании. Некоторые из вас могут обнаружить свое видение очень рано в жизни. У некоторых из вас могут быть просто увеличения, которые постоянно меняют форму. Сегодня вы, возможно, захотите стать космонавтом, завтра вы захотите стать теннисистом, а послезавтра вы, возможно, захотите стать журналистом, а через 4 дня, кто знает, премьер-министром или президентом страны. Это естественно. Но тогда поиск видения, поиск направления в вашей жизни должен начаться очень рано. Вот почему курс воплощения видения необходим молодым людям всех возрастов. Если вы испытывали эмоциональную боль, ваше видение, возможно, затуманилось, поскольку эмоциональные конфликты отнимают много энергии и внимания. И в курсе воплощения видения, в мистическом процессе, вы сосредоточитесь на своем видении, и для вас откроется великая судьба. Мы снова встретимся в воплощении видения 9 мая, где я буду общаться с вами о видении и проведу вас в медитацию безграничного поля.